Не, уже началось интересно спускаться. А там в Лужине ничего такого нет. Всем привет. Дождь, да? Дождь выключить надо, но видишь, пока не получается. Наоборот, дождем интересно. Руль выровни. Чисто. Сейчас, а подставь ты ее. Подставь, дай ее. Подойди, дай ее. На меня. Надо было галоши одевать. Оп! Не ляжет? О! Илья! Говорю, убирай колеса, ёбну ремень! Да, нормально. Надо, наверное, вынимаю. Огнетушитель где? Перебирайте! Веревку на багажник вяжите и с той стороны держать надо. Влево колеса! У него гидравлика, у него же бесчувственная, и он не понимал, в какую сторону у него колеса повернуты. Влево, влево, влево! Колеса влево! О, все. Прикольно. Копчика. Пожалуйста, левый колес. Давайте его поддержим. Вы что, он сегодня... Он сегодня первый наш... Спортсмен, на самом деле, самому первому очень трудно бывает, первый раз, который берет секцию. Ну, ничего страшного есть, вернее, ничего страшного в этом нет, то, что он лег на бок. Песочек мягкий. Ты поедешь переездом, за переездом, будь у вас направо, на звездных городах.
Финиш! Ура! Молодец! Ха-ха-ха!